Всем добрый вечер. Сегодня вторник, 31 мая. Опять стоим в очереди за бензинчиком. Начало правды. Авиас по приложению по 52 гривночки. Вот. Машин, кстати, немного. Очередь двигается довольно-таки быстро. В принципе, я вот когда по делам ездил, очереди в принципе здесь вообще не было. Стояло 5 машин только на заправке и все. Меня не было где-то, ну я не знаю, часа 2. В принципе, очередь небольшая. Вот я буквально только стал. И вон она сразу заправка уже. Так что, у кого есть желание, подъезжаем. Санька, привет.